Привет, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, и в этом выпуске мы поговорим о панели управления этой игры, то есть как сменить пароль, сделать привязки и так далее, то есть разберем это более подробно, может кому-то это будет полезно, а также отвоюем, вот у меня осталось два нормальных боя, можно провести на ГВшке. Сначала давайте про панель, а потом пойдем на ГВшке, пошалим на захвате. Так, смотрите, когда вы нажимаете на аватарку, то есть здесь пробежимся, здесь вы можете почитать, что-то посмотреть, это не столь важно. Вот, кстати, памятка для новичка, да, советую вам почитать это. Подземелье, арена, битва, бафы, дебафы, что дает, сколько, как, в процентах здесь написано. То есть вот, почитайте, будете знать больше. Здесь настройки простые, звук каких-то там эффектов, звук музыки, ну, у меня оно выключено, не знаю, как у вас, давно повыключал. Поворот камеры, то есть вы сможете рулить камерой, у меня это тоже выключено. Анимация босса, когда у вас в конце на боссе появляется босс, он выходит, там что-то, вот гигант начинает там трощить, все, если вам это надоело и вы не хотите это, уберите анимация босса. То есть в конце, в финальном боссе у вас не будет этой анимации. Энергосбережение, ну, возможно, поможет вам немного сберечь вашу энергию, батарею вашего телефона, планшета. Конец боя, вот, то есть, честно, не помню, что означает эта галочка, по-моему, какая-то анимация того, что вы там кого-то убили, вот, то есть она тоже выбрана. Низкое качество, ну, здесь можете протестировать, у кого-то оно работает, у кого-то нет, в зависимости от вашего телефона, то есть включили-выключили, а разницы даже не заметили. И уведомление, то есть вы ставите on, и вам будут приходить уведомления о том, что вам там энергию дали, ману и так далее, но если у вас даже включено, вам нужно еще включить у вас в телефоне. Дальше выбор языка, здесь выставляете какой ваш там родной язык. Вот сброс данных, если вы делаете сброс данных на глобале, на Азии, либо на Европе, где вы там играете, сброса не будет. То есть вы обнуляете аккаунт только на том аккаунте, где вы играете. Ну и переходим к самому главному. Условия, здесь вы можете почитать правила, вопросы обычные. Выйти, это вы выходите просто со своего аккаунта и, допустим, заходите на какой-то там другой, чужой. Это ваш Hive ID, это ваш никнейм в игре. Ну, здесь все понятно. Это приложение, которое следит за вашим там рейтингом, достижением в игре, но оно особо не работает. Смотрите, теперь переходим к вопросу, как сменить пароль, сделать привязки и так далее. Если вы играете с айфона, у вас, скорее всего, будет неактивно вот этот значок Фейсбука, а точнее, если у вас нет привязки к Фейсбуку, вы не перейдете очень быстро туда. Смотрите, можно сделать так, просто нажать на Facebook. Но это быстрый, скажем так, путь, а мы сейчас перейдем к более долгому, скажем так, если у вас не активна эта кнопка. Ну, скорее всего, она у вас не активна, если у вас нет привязки к Facebook. Это логично. Мы нажимаете Come to Us. Здесь, не знаю, можете полистать, что-то посмотреть, если вам интересно. Никогда здесь ничего не смотрел, потому что здесь никогда ничего интересного не бывает. Нажимаете стрелочку влево, теперь три вот этих вот шторки. Здесь, если что, техподдержка, вы можете написать и там обратиться, если у вас какие-то вопросы. Не знаю, украли аккаунт, либо там баги какие-то заметили, за что вам могут дать кристаллы. А вот, игры от Come to Us, и нажимаете кнопку, собственно, игрок. То есть, видите, мы перешли к той же панели, которая перешел, нажав на кнопку Фейсбука. Теперь они изменили, вот, изменить пароль, они сделали в самом низу. То есть, это была обнова, то есть, они сделали теперь здесь. Вы нажимаете изменить пароль, вводите там старый, два раза новый, принимаете, все, окей, готово. Так, здесь краткая информация того, как, какой у вас там имейл, контакты и ваша страна. То есть, к примеру, если вы с Украины и хотите себе поставить флаг Украины, я сейчас покажу, как сделать. И здесь вы выставляете ваши привязки, то есть к Фейсбуку, Гуглу и ВК. Ну, то есть советую поставить все три привязки, то есть шанс того, что вас взломают, будет минимальный. Тем более, если у вас везде разные пароли, в общем, смс-привязки на каждую из вот этих соцсетей. Ну, понимаете, да? То есть вы тем самым увеличиваете вашу безопасность. Игры, которые вы играете от Come to Us, ну, я играю только с Summoner War, поэтому мне там пусто. Ваша аватарка, как сменить аватарку, вы нажимаете вот сюда. И здесь вы уже выбираете с альбома, с камеры. То есть с камеры вы, я так понимаю, можете сразу сфоткаться там в позе, да, уточки. Либо с альбома у вас фотка должна быть на вашем телефоне, либо там планшете, либо еще где-то. Ну и вы добавляете там себе аватарку, какую хотите. Дальше. А теперь переходим к тому, как поменять или добавить имейл, подтвердить ваш имейл, да, установить страну, там привязку по телефону, хотя она не работает, сразу говорю. В общем-то, переходим сюда. Здесь я введу, конечно же, свой пароль.
Итак, вы ввели свой пароль, вы переходите на вот такую вот панель, то есть здесь вы видите свой Hive ID, здесь вы видите свой email, на который у вас привязан, если синим вот так вот все написано, значит он у вас привязан, и если что, вам придет на этот email пароль, если вы захотите его поменять, восстановить и так далее. Здесь вы выбираете страну, собственно, поэтому меня очень часто спрашивают, почему я там с Украины, Молдавии, Беларуси еще, а у меня стоит там флаг, допустим, России. То есть вы здесь можете выбрать тот флаг, который захотите, там, неважно, даже если вы с России, можете поставить украинский, либо наоборот, мне как бы все равно. Здесь там вы можете поставить якобы свой номер телефона, но опять же, не работает привязка, уверяю вас, не спасет вас привязка того, что вы ее даже сделаете. Там дополнительный email вы можете поставить, получать уведомления, там, ну вы поняли, потом окей, либо, собственно, выйти. Итак, а теперь мы переходим к ГВшке, собственно. Так, захват. Погнали. Давайте здесь я уже немножко приметил, да, сразу покажу, что у меня тут по сведениям. Ой, не по сведениям, так, вклад. Так, вклад, ну, мне нравится, был буквально час назад, правда, 29%, но нормально так об меня поразбивались. Вот, участники, где там я. Так, так, то есть это пока мой максимальный вклад, то есть еще вроде бы и ГВшка, то есть захват и близко не закончился, но это пока мой максимальный вклад. Очень много людей разбилось, вот, очень много. Так что на этом я чуть-чуть очей наварил. Давайте к атаке. Смотрите, я присмотрел вот этот домик. Его вроде бы никто не трогает, но я попробую. Да, и я смотрю, что нам надо отрезать вот этих пацанов. То есть они пока лидируют. Ну, по очкам мы как бы больше, но у них 17 домов. То есть им надо отрезать этот домик и, собственно, захватывать вот этот. Так как этот мы не можем сейчас бить. То есть нужно как минимум этот захватить, а час ждать не хочется. В общем-то, нужно, да, захватывать вот этот. Давайте начнем с 9-го. Так, выбрать этот или этот. Так что по-быстренькому, наверное, давайте выберем этот. Я, наверное, за лишение его к хренам собачьим, да и не буду лохматить бабушку. То, что я обгоню его шарика, и так бабки не ходи. Так, и Люшена возьму, собственно, вот этого. Поехали, попробуем, затестим. Да, надеюсь, проблем не будет. Тут все должно быть изи. Тут очень медленный шарик, там 130-140 скорости. А моего Берника много. Много скорости, да. Так, 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 отлично, осталась одна Аннабелька, и она сдохла. Чудненько, очень тяжелый был бой, очень, 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 да. Так, еще 15 очей вклада, мне это нравится. Так, и давайте вот сюда что-то придумаем. Так, сюда, ну, желательно какого-то козла отпущения ветреного типа Ромагоса и каких-то водяных монстров, которые, собственно, этих пацанов разваляют. Здесь в чем прикол этого дефа, то, что он должен быть построен как? Здесь должен походить Гара, Гару, называйте как хотите, и после этого козлик его тут же залет, и он походит еще раз. Если так, то, в принципе, этот деф правильно построен. Плюс русалка может воскресить, подхилить, там, скиллы откатить, застанить. Противная подруга, думаю, вы с этим согласитесь. Так, и мы сюда возьмем, можно взять, это все равно последняя атака, собственно, экономить здесь ничего не нужно. Мы можем взять, засейвить немного раму, хотя его постоянно будут откатывать, контролить, но это не столь важно. И возьмем еще, чтобы убить вот этих вот ребят, мы возьмем сюда. Хотите Нанрима увидеть действие? Давайте покажем вам Нанрима в действии. Давайте даже как, чтобы Нанрим себя полностью проявил. Мы возьмем сюда даже вот эту курицу. Лидерок, я так понимаю, здесь нет, к сожалению. Сейчас я вот думаю, не умрет ли... Да не умрет. Не должен умереть, раму здесь будут бить все. Ну, собственно, поехали. И Горыныч нападает, блин. Блин. Сейчас посмотрим. Итак, и Горыныч добил этот деф. Да, тогда придется выбрать кого-то другого. Так, здесь мы проатачили. И пятерку я забил. Давайте пойдем сюда. Итак, кого же мы возьмем сюда? Давайте возьмем Вусу. То есть Вуса закроет тут кое-кого. Возьмем сюда Псину. То есть он будет как бы козлом отпущения для всего этого огня. И Водяного мы возьмем... Так, второй чоу у меня послабее, а первого я уже использовал. Вот, сюда можно взять как Стеллу, так и Бетти. Но я думаю, Бетти сюда зайдет лучше. Она скрашит здоровье, следовательно, вот этот пацанчик станет слабее. Ну и, собственно, все эти потеряют ХП, и это будет намного лучше. Надеюсь, он выживет, так как все трое будут метелить. Блин, бедного Хамона. Да, но подхил тут есть небольшой, плюс два купола. Я думаю, он выживет. Надеюсь. Погнали. Так, ну, посмотрим.
на что способна Бетти. Новый костюмчик должна отработать будет. Так, поехали, поехали. Крест мы кинем, ну давай тебе. Классный крест, мне понравился. Так, вообще в идеале бы здесь убить сначала вот эту подругу, но придется ультовать. И второй скилл юзать. Да, так, 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 теперь тебя еще раз. Главное, что здесь в пачке подхила нет и проблем не должно быть. Так, отлично. Ого, ого, а больно ударил, знаете. Достаточно солидно, вмазал. Так, нет смысла пока этого пацанчика будить, пускай он себе спит два хода, а мы массовкой добьем. Так, отлично, теперь массовкой. Так, не прокнула его пассивка, это хорошо. Так, так, у него еще есть пассивка его, ну хотя мы его и добьем. Да, ну так себе изи было на самом деле, то есть здесь это... Ванесса ни о чемная, не знаю, ее вроде переделали, но она мне до сих пор не нравится, то есть пока я не планирую ее качать. Так, и я так понимаю, мы забрали у них один дом, сейчас заберем вот этот второй, и этот перестанет работать. То есть у них резко станет 14, а у нас, то есть мы уравняемся 14 на 14, то есть нормально. Потом еще можно будет им этот захватить, но это уже не я буду захватывать, а те, кто будут отбивать с утра. А на этом данное видео я буду заканчивать, ставь лайк, если есть хотя бы одна первородка, и опиши в комментарии, какая именно. Также жду тебя на стриме каждый день 19:00, сегодня был большой наплыв людей с YouTube канала, на самом деле это очень приятно, то что люди заходят в прямом эфире, задают вопросы, они ждут какого-то там чуда, не знаю, в группах, в чатиках 444 и так далее. То есть вы точно так же можете поступить, и это лучшее ваше решение. Заходите на стрим, спрашивайте, советуйтесь всегда, если знаю ответ на ваш вопрос, дам вам правильный действенный совет, помогу с какими-то пачками, какими-то монстрами, как одеть, упал у вас первач какой-то, либо четверка интересная и вам хотелось бы ее одеть, заходите, спрашивайте каждый день, ежедневно в 19:00. Всем удачи, всем добротного фарма и качественного дропа рун. До встречи на стриме, пока-пока.